37-й Московский международный кинофестиваль в разгаре. В основном конкурсе участвуют три российские ленты. «Арвин Тур» режиссера Ирины Евтеевой, «Милый Ханс, дорогой Петр» режиссера Александра Миндадзе, «Орлеан» режиссера Андрея Прошкина, а также еще одна русскоязычная картина казахстанского производства «Шлагбаум» режиссера Жасулана Пашанова. Жесткую конкуренцию в борьбе за главные призы фестиваля ранее перечисленным фильмам могут составить такие серьезные ленты, как «Анклав» – режиссер Горан Радованович, совместное производство Сербии и Германии, «Лузеры» – режиссер Ивайло Христов, производство Болгария, «Герои зла» – режиссер Сойо Бериатуа, Испания. Кроме фильмов основного конкурса на фестивале есть что посмотреть. Как обычно, внимание взыскательного зрителя представлен целый калейдоскоп программ. В качестве ненастоятельной рекомендации я бы посоветовала сходить на следующие фильмы. «Воспоминания на камне» из программы «Феномен курдского кино». «Урок» из программы «К столетию кино Болгарии». «Клуб» из программы «Фильмы, которых здесь не было». «Сгинь» из программы «8,5». И, конечно же, «Тотем волка и медведь» председателя жюри этого года, режиссера и сценариста Жан-Жака Ано. Такова ситуация по итогам 5 фестивальных дней. Но все самое интересное, безусловно, еще впереди.